Вон он уже, Алексей Семенович, здесь сидит. Водящего проведать, а он на крыше сидит. Стоит. Мы приехали в Корчино, к Алексею Семеновичу уже. Сейчас вот недавно у деда были, у его отца вернее. Где лестницу поднимать? Не надо. Вон какие цветочки красивенькие. О, смотрите, вон. Вот это да. У меня дома таких два штуки. Добрый день вам. Добрый день. Ты знаешь, что тут? За тормостика. Да я знаю. Добрый Миро. День. Миро. Так. Ну-ка найдите место нам побыть. Это сейчас только сеть снимают, они еще живые. Так а разве можно? Все. Значит, живые ловить. А как, мертвые не попадаются? Мертвые не попадаются. Живые только. Господь избрал рыбаков. Да. Ну присаживайте здесь. И говорит, забросьте сеть с правой стороны. Ага, здесь прохолодок как раз. Так. Нам на карету нельзя сильно находиться. Так, ну еще тебе. Слава Богу. Слава Богу. Ваши молитвы. Слава Богу. Есть Бог, есть добрые люди, которые оказали помощь ту, которую не могли оказать у нас. В Алтайском крае. Нет, в Алтайском крае. Виктор Андреевичу там особое спасибо. Он заботится обо всех о нас. Слава Богу. Я его работали здесь под Волгой еще лет 20 как это. И там как Бог даст. А у вас были здесь силосные такие башни круглые. Куда делись? Разрушились. А почему? А как? Как и везде, во всей России. Развезли на эти, на дорожки. Дорожки делали в доме. А там были... Добрый день. Добрый день. Добрый день. Строили-то какие-то не русские? Что? А башни? Да, она не русские. Я не знаю, кто, откуда приезжали они. Так а почему она, разве оказалась негодная башня? Ну, она негодная, она не... Значит, замерзала, наверное, не вытащишь. Замерзала, да, не вытащишь, значит, не достанешь оттуда. Поэтому, значит, поэтому их и разобрали. А вот забрали. У вас здесь, мы сейчас проезжали, вот здесь... За пруду сделали-то. Угу. Откуда брали землю? Где за пруду сделали? Ну вот, вот как-то вот, вот сюда выезжаем на Потеряевку. Ну. И тут большая дамба, да. И там это все. Это в каком году вы сделали? Ну ее делали уже лет, наверное, 50 делают постоянно. Подсыпают, подсыпают. А вода как сходит оттуда? А там сбоку, как вы заезжаете с этой стороны. Там все. Это вот. Водоотвод там есть. У вас тут работали два бульдозера американской фирмы, да? У кого? Вот это, пруд-то делали. Да почему? У нас свои делали. Свои? Ага. А мы от вас два бульдозера нанимали, приходили. Это они. Это не эти. А какие бульдозеры у вас были? Ну, я не знаю, Катапилар называют. Да, ну зачем? Это не наш у нас. А сюда нанимали? Отсюда не, мы. Не было. Это просто, может, на плотины привозили. Но у нас не было таких катапиллеров. Говорили, что у вас тут что-то большое идет. Нет, запруда. У нас ничего нет. Да маленькими этими бульдозерами тут не сделаешь. Огромная какая у вас плотина. Ну, так и делали. Это ее лет 30 назад еще. Да. А просто подпружали сейчас и все. Наши К-700 делали. Я еще работал. А кто расчет делал, что, все, как заполнить, поднять? Чего? Ну, есть же специальная организация. Вы там как-то принимали общее решение с собранием, наверное, делать это? Да нет, это даже не по нашей линии. По линии вот Дорстроя делали. Ну, я гляжу, у вас... Не касались мы к этому. Мы, значит, опять бульдозер нанимали, второй мостик еще выше подняли. После того, как КамАЗ провалился. Ну, сейчас... Там у нас намного больше, 3,5 метра воды,
Угу. А там по колено было. Угу. Рыжковский почти в 4 раза больше площадь стало. С Барнаула были? Да. Это пилеры? Простой, это он. 130-й. 130? Угу. 82-го года уже. Ну, хороший. Хорошо работал очень. Старый бульдозерист. Так, все это сделали. Симаковский пруд высоко подняли. Сейчас тоже спуск сделали. Они могут почистить. Главное, чистить пруд. Приехали. Вот, чтобы Камогориху почистить, 1 миллион. Да. Миллион рублей. И хотели же эти. Вот снарядом. Да, земснарядом. Мы разговаривать даже не стали. Тут какие это деньги, тоже невообразимо. Все Потеряевку продавать. За прошлый год уже приезжали. Да, да. Ходили, посмотрели. Ну, поэтому. Ну и чего решили делать? Ничего пока не решили. Все поднято, там 30 метров воды. Прежде, дамбу подняли и все. Прежде чем чистить, надо воду оттуда выпечить. Нужно осушить. Нет, они не осушить. Они как-то делают так, сапропель остается, а вода стекает. А, вон. То есть, которая площадь у нас здесь, как выходишь к лагерю идти, нужно ее выстричь. Ну, то есть, они все осмотрели и давай тогда цены назначать. А вот это, из ваших-то, вот Марфа, Агафья, вот Иван, Василий умерла, одна Варвара осталась. Пошлите, смотрите, сейчас холодок, а то там Рома еще чуть-чуть на голову уронит. Проходи сюда. У меня парень такой. Варвара, да, Степановна. А она с какого года? Деда. Да. Ты куда? Пускай в катан будет. Мир вам. Телефон! Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас. Она, наверное, 40-го. Говори. Доброе. Прекрасно. Я сижу рядом вот с Алексеем Семеновичем. Поговори с ним, я Виктор Андреевич. Я пленки нашел. Такая, Виктор Андреевич, добрый день вам. Да он приехал он посмотреть, жив-здоров я, движусь или не движусь. И кому сказать в первую очередь спасибо. Я говорю, конечно, Виктор Андреевич, Богу и Виктору Андреевичу. И всем, кто принимали участие в меня. Так что. В гостях приехал здесь. Значит, это. Но так что мы здесь, как обычно, в субботу занимаемся. Работы полно. Внук приехал, а внук у меня не любит сидеть. Значит, так что это. Ром, только не бросай на эти. Там складывай, да. Значит, так, нате вот, Игнат Тихонович, подождите. Так, ну все. Благодарим Бога и тебя. Ай. В телегу брошу. В телегу брошу. Ну а что, вода-то у них всегда? Ну ничего бывает. Я не знаю, это вообще объяснить. Это надо посмотреть. Ложись внутри. Там. А Миша-то не ходит? Вообще нету? Понятно. Ну, бывает такое. Ничего нету. На другой день я опять на работе, и все на место стало. А вот как сказали вечером, на вечер, на ночь, что вот это мне годится. Сразу просветлело. Ну, ты по одной капле и сразу ложь. Да, да, да. Я очень благодарен тебе. С Богом. Виктор Андреевич, у меня нога. Вот это вот там встал, ступить не могу, вот в это место. Mm-hmm. Он сразу забеспокоился, еще надо то другое. Я говорю, это не подойдет. Mm-hmm. А подойдет то, что я сбавил маленько обороты, mm-hmm. жару ушел. Mm-hmm. И все, это перегрев большой был. Нет. Ну и глаза у меня тут повреждение, инфекция попала в глаз и затекала. Спасибо особо, говорю, хочу сказать Виктору Андреевичу, потому что он вместе с заведующей межное рение автомобилей, значит, машины катастроф отвозили в Томск. Да, говорили, там да, какая-то да. Реанимация за вами шла. Да, 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 да. Поэтому, значит, так не отпускали. Чем у тебя это вызвано-то? Вызвано, ну, за прошло 10 лет, мне шунтирование делали. Они дают гарантию на 10 лет, и все. И шунт закрылся. Шунт, артерия. Да, знаю. Закрылся.
Все, значит, и поэтому... Значит, кончился срок. Срок кончился. Может, попахал я маленько, значит, переусердствовал на мотоблоке. Но не могу я связать с чем. Ну, когда начал пахать, у меня чувство, что задавило за грудины. И там хуже и хуже. Оказался инфаркт потом. Я с этого инфаркта ходил полмесяца. Меня лечили витамин. Говорят, с инфарктом столько обмана, да. Совсем не причину не узнают. Да, нет. Поэтому... Значит, у нас умерла одна дробот у нас и Валерия. У нас еще 4 ребятишек осталось, дробот. Ребятишки были маленькие. Она давай молиться, Господи, дай мне 10 лет поднять детей. 10 лет кончилось, сразу заболела. Я говорю, Настя, а ты не хочешь помолиться? Она говорит, нет. И умерла. Это Настя ведь врачом работала? Да. Она работала ветеринаром. Ветврачом, да. Да. Ветеринаром. Вот такое она дело. Она что, неверующая была? Ну, очень. Ну, а говорите, что не хочешь помолиться. А муж остался глухонемой, четверо. Ну, я знаю, что ж, я не знаю. Нет, она просто говорит, что второй раз искушать Бога не будет уже. Она, я говорю, ты, может быть, еще попросишь Бога? Она говорит, нет, я просила 10, зачем же я буду? Сколько? Ровно 40, через 10 40, лет. 40 лет ей было? А? 40 лет ей было? 42. 42. И через 10 лет она мгновенно болезнь напала на нее, это онкология, что-то там. Ну, слышал. С чем-то связано. Я хотел тебя спросить, Алексей Семенович, одно дело. Uh-huh. Ты приезжал в прошлом году или позапрошлом мы ходили? Uh-huh. В прошлом году, кажется. Uh-huh. Я тебя просил съездить к прокурору, поговорить. Не ездил я. Ездил? Не ездил. А почему? Оно не получилось так, значит, из-за своей лени, скорее всего, в первую очередь. Uh-huh. Я как-то сильно и на машине не ездил после этого. Значит, это было на Пасху. Дело обошло. Мы ехали, еще там веники я ломал, тут по проулку ехали, разговаривали, и я так просил. Я думаю, был или не был? Не был, я сразу. Умещил Бог сердце, больше его не слышно. А, ну вот видишь. Нигде. Ну, все, а теперь было... нужды никакой пока нету. Ага. Он добивался, чтобы сломали там у меня лагерные постройки, и Бог милует, пока никто не трогает. Ну, так что тишина полная. Ага. Видишь, из лагеря мы музей сделали. Там хотели музей, председатели сельского совета. Комплекс для бедных лагерей. Ага. Что я хочу показать, что можно работать без помощи государства. А мне, когда в Алтайском крае, в краевой администрации был, а они там по культуре, которые... А давайте вот новый там Томенко губернатор, и сейчас подадим, и там на гранты. Гранты там, помощь какая-то. Я говорю, у меня задача другая, показать, что без помощи государства можно... Не проклинать правителя, а молиться и свое дело делать. Они просто, Путин виноват, там, Медведев виноват. А почему я не виноват? Вот мы делаем дороги. Делать дороги, это же государственные. А мы делаем сами. Пруды восстанавливаем, это все сами делаем. Я вот посчитал, я в землю зарыл больше 1,5 миллиона. А Потеряевка здесь ни рубля не участвует. И поэтому... Господь, благо, что спонсоры есть, помогают. Они бы нам вот спонсорка помощи, значит, вы бы тоже сами ничего бы не сделали, да. Бог располагает. Ну, представь, мы когда последний раз поехали до Португалии, только за одну поездку на горючее потратили 440 тысяч. А где бы я взял-то? У меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. Ясно, что ничего не сделаешь. Мы молимся, и вдруг Бог открывает это. Я же был в Томске, ночевал у Марша, вам всем привет передавать его. Кланяется вам. Раньше-то Маша звали. Да. Сейчас Марша, да. Так что всем передаю привет. А братовьям, вот недавно братовьям, сестрам. Да. Значит, там приезжают. Так, кто приезжает? Марша. А, ну это Марфа. Это я Марфа говорю, была. Марфа. Сестра. Ну, Марфа. Марфа. Тихонова. Она знаете, где живет-то там? Знаете ее? Марфа Тихонова. Я в ней не был сейчас. А она где живет-то? Она живет в Томске. В Томске, она в Змеиногорске была. Она уже давно там не живет. Ну не переезжает, видишь, а мы-то стабильно на одном месте, нас искать не надо. Хороший домик у нее. Я хотел спросить, а почему у вас интернета нету? А кто его знает, Игнат Тихонович? Наверное, бедные мы люди. Да тут не такой уж и разор, но... А так дело в том, что, ну если бы она... Идет и станет. Но сейчас стекловолокно тянут, кафель стекловолоконный. Мы сейчас были у отца вашего. Угу. Это Наталья там? Наталья. С мужем? Нет. А с кем она? Это зять. С дочерью, с зятью.
Это ее Наталья уже? Да, это ее зять. А у нее мужа-то нету? Ну как нету, Кочкин Володя, как же нету, есть. А где он? Владимир Николаевич, ну дома, в Красноярске работает. А, в Красноярске работает. Да. Ну почему, они в Потёках живут, за Красноярск там еще. Понятно. А Варвара у вас с какого года? С 39-го, на будущий год ей будет. Неужели 39-й? Да. 40-го, вернее, на будущий год. 40-го? 40-го, да. 40-го. Евдокия 42-го. Да. Тихоновна. Да. Батюшка 44-го. 44-го. Да. Она 40-го года, на будущий год ей будет. Вот. Как она с ногами-то, тоже болеет? Да, слава Богу, ей 2 операции сделали. Два сустава. Из них, дядя Степанова, детей одна она осталась. Да, да. Марк, вот мама. А Иван сколько лет жил? Ну, точно не скажу, но где-то порядка 75. 75? 75, да. 75. А когда он умер? 34-го. Ну, уже лет 5-то, он 6 умер. Ну, 7 лет. Он же с Самуилом Тихоновичем. Они с одногодки были? Одногодки, да. Отец 33-го был, а он 34-го был. А ты Бухту не знал, как звать? Какого? Потеряевки, бухта на конце Каларышского пруда. Ну, Зиновий вроде звали. Зиновий, правильно. Отлично. Я отцу сейчас поговорил, он не помнит совсем. Ну, что уже, 85 лет можно. Да-да. 85 лет можно. Опять же, если... Вот Иван Мельчаков, он за всю жизнь ни одной книги не прочитал. Ни одной. Я ему даю, он говорит, а я ни одной газеты не прочитал, ни одной книги. Ну, ясно дело, что отмирает. А вот эта близкая семья Ульянова, Марьетта Шагинян, 93 года, она еще в Сюрикской библиотеке все время занимается. 93 года. Почему? Потому что вот академик Углов, он непрерывно тренировал свое тело. Самый старый, 101 год хирург, делал еще операции. Какие он там делал, ну так пишут. Павлов до смертного часа все вел научные работы. Вот старикам как говорят, чтобы память была, ты хоть раз, два, три учись считать там до 20, до 30. А верующие на память считают молитвы. И чтобы совсем еще не помнить, это надо, ну, творчество, чтобы атрофировалась память. И все время занимайся, считай молитвы, Слово Божие, приводи на память. Ну, не давай руке-то сжимать это. Привяжи ее, и через неделю ты почувствуешь, что она слабеет. Вот такое дело. Как у вас там картошка-то вырастет нынче? Ну, бьемся все с жуками. А, с жуками. А что не травите? Почему? Не травим. А почему? Да, как-то травил Виктор. Это самого себя первый счет травит. Нет. Что нет? Сколько барабаш травит, он бы давно уже отравился. Да вот это... Он болеет, он, это все отражается. Он ни себя не отравит, и вас никак не отравит. Уже он проработает, а рядом растет горох. 2 недели трогать нельзя. Скворца ни одного нету. Жаворонки исчезли. Что доказывать? А где-то отдельно, так вот, далеко от полей, там еще есть где-то. Ни одного скворца нету. А суслики-то есть у вас, нет? Ни одного. Все потравили. Дело в том, что Шерстобитов ездил, он говорит, многие пчелы погибают, да. Пчеловоды жалуются. Раньше там в колхозе этого не было, зараза. А фермеры, они покупают немецкая трава. Да не только немецкая, американская. Все, что не гордо, там уже они использовали, уже для них это неприемлемо. Они а у нас приемлемо. Она дешевле. Все дома там, и ни один, ни два, тысячи домов шифером крытые, все перекрыли. Потому что вроде асбест, вроде что-то летает. Так, так оно и есть, да. Кто знает. Все навредно. Ну что, побыли, повидали. Потеряевки-то будешь когда? Да, конечно, буду. Сейчас на машине как буду есть. Давай как-то ближе к Богу. Больше молиться, Слово Божие, вопросы какие-то есть. А это никогда не кончится. Да, там, конечно. За ними растут, а там следующие... Поколение за хоть 100-200 лет живи, и время для себя не будет. Это так. А он цветок сейчас отсвел, погас, нету. Дрова-то не будете завозить? Да нет, в этом году хотели завозить, но вот видите, 2 месяца в больнице пробыл. Без мало 2 месяца. Спасибо Богу. Спишь нормально? Да как нормально? Работать надо, а тогда спать будешь. А когда не будешь работать, Игнатий, тогда не будешь спать. Стараемся работать, конечно.
У меня сестра замечала, сколько мне заснуть. В среднем мне нужно, чтобы полностью заснуть, 47 секунд. Я только-только до кровати кое-как одеял, даже на себя не одел, упал и готов. Ну и у нас раньше так же было, когда по 17-18 часов в сутки работали, агроном работали. Тоже спать-то некогда в уборку посевную. Это сейчас выезжает, значит, в 9 и приезжает в 8. Коровы не пришли, они уже домой едут. А тогда-то, в те времена-то, захватили, наверное, когда комбайн до полуночи работали. Да. Ну, а что ты нам сейчас сказки рассказываешь? Тех-то уже нет мужиков, типа Ивана Наумыча, Соловьева Александра Михайловича, Нищедима Николая Ивановича, который работал. А ты этого... Василенко. Морозов Николай Иванович, секретарь-то партии был в районе-то, живой, нет? Не могу сказать. Он какие-то еще писал книги. Я подавал в суд на него. Книги какие-то он еще писал. Значит, поэтому. А вот живой или не живой, я сказать не могу, потому что... Син Гаценбиллер приезжал тоже в суд и врать вначале, а судья все разоблачил. Mm-hmm. Что они приезжали по Теряевке, когда живой. 3 года по Теряевке вообще уже не было. Гаценбиллер живой. А, ну, он просто лжесвидетель был. Он живее всех живых. Главное, были, вот а когда все архивы-то подняли, по Теряевке уже 3 года как нет, одна крапива, ни одного человека нету. А я в школе был, учительницу отталкивал, Библию раздавал по рядам, оказалось, в школе 3 ученика. Какие ряды? До Библии достать невозможно было, то есть брехун. А сейчас сколько? 4 ученика или 3? А? Сейчас 3 ученика в школе. В школе сколько учи? 3 по Теряевке. Ну тогда-то... Свидетели вызвали, это Золотухин Сашка, он доктор исторических наук. Я говорю, маму твою как уважали? Да, он его не уважал. Да, вот. Я говорю, и как? Ну, а было такое, чтобы не уважали? Нет, а как я мог отталкивать? Он говорит, да никак. Как учительница отталкивал ее, бы. Ее уважали, Ульяну Ивановну, Нина Владимировна покойница. Помните Нина Владимировна? Нет, нет, это я уже не захватил. Ульяна Ивановна. У меня первая учительница была... Зоя Трофимовна была у нас. Нет, у нас была первая учительница Блатова Мария Ивановна, кажется. Блатова Мария Ивановна? А, ну может быть. Первая. Она вот это, Иван Андреевича дочь. Да. Да, да, да. Да. Они жили в Потеряевке. Директора. Председатель. Да. Уже там похоронен, Потеряевке. Да. Иван Андреевич. Вот мам, еще есть что вспомнить, а другие-то они знать не знают. Рощу-то в 98-м спалили. Новозоринская это. Угу. Там несколько сухих стоят там чуть-чуть. Ну. А вот интересно, мы учились, когда я же с 5 класса здесь, угу. Мы корчинских рассматривали, ну, как неуважаемых людей, что все у себя, все, деревья все пожгли, ни одной рощи нету. Угу. Вот за это вот. Угу. А у нас отец объездчиком был зимой. Угу. А эти все пожгли. И вот они, когда нас забрались подряд тоже. Когда это объединение-то пошло. А у нас там попробуй, сруби ветку. Глядели. Так вы каким маршрутом проезжаете? Куда собрались еще? Никуда домой. А вы просто приехали? Мы просто к вам поехали. Понятно. Батюшка как раз позвонил. А батюшка в городе? Да, сегодня в городе. Он неделю здесь, неделю да, там. Да, да. Ты не забывай, там рыбу положили-то. Только нет, сейчас да из сети нет, вытащили. Нет, сейчас я отдам. А мы бреднем-то заходим, мы вытаскиваем. Да. Там в этом ватрушке-то. Угу. 70 килограмм, 90, 100 килограмм за раз. Сушите ее? Вот, гальяны, мелочи, мы сушим, и это очень... В русской печи. Да, в русской печи. Карасики. Пойди в лагерь еще. А? В лагере поди. Не, в доме. А, в доме? Он спрашивает, где сушим? Нет, в доме, в печь. Mm-hmm. Русская печь здесь, и там, где Павел жил. А Семен Михайлович узнал вас? Никак. Потом только уже, когда... Собирается же он ехать к Наталье в гости. Погостить. О, кто хотел он? Да, погостить. Ты сиди на месте, хотел сказать. Тоже не думай уезжать. А я куда уезжаю? Я слышал, куда. Ну, я пока здесь никуда не уезжаю. Тут тебе каждая травинка знакомая. Да, ты да. Выйдешь, это все продляет жизнь. Да, да, да.
Вот говорят, которых никого нет, вот белый дым, там черное ухо. Угу. Вячеслав Тихонов играет. Да. У кого собака, кошка, на 3 года жизнь продляется. Потому что он пришел, ну что сделаешь, ну нету пенсии. Ну давай лапшу хоть поедем, он с собакой-то разговаривает, никого больше нету. И ты выйдешь, идет, вот и есть. В крайнем случае на зиму, потому что мне нельзя таскать уголь. Наталья тоже, спина болит у него. А летом мы приедем сюда, у нас здесь вот виноград, он все свое. Поэтому у вас виноград растет? Сейчас нет, он рос. Да, так мы, тебя ждут уже. А мы вот посмотрите, ну, какой виноградник. Значит, недавно посадил. В лагере еще все померзло, до этого было. Видите, посмотрите, посадил. Ну и ехал здесь, конечно, маленько позапустил. Но все равно, значит, у меня Наталья тоже агроном. Тоже агроном. Вот. Значит, я тут... О, смотри. Видите, на заборе прямо. Угу. Забор какой получился. Ты посмотри еще. Виноградный забор. Молодцы. О, видишь? Сибирь. Да. А зимой-то ты куда деваешь? Ну, не у многих нет такой, не у многих виноград такой. Ты его зарываешь как-то? Где-то да, отрушаешь? Вот, значит, нет, не зарываю. Я так вот сюда здесь выкапываю маленько ямочку, чтобы не рыть. Потом, значит, ложу сюда, скручиваю. Значит, то не нарочно, что ли? А? Ну, конечно. Может, в самом деле пластмассовый. А я вас хвалю сейчас. И вот сюда вот ложу его. Потом закапываю, значит, этим, значит, накрываю крышечным материалом, значит, затем землей, значит, и поливаю креолином, чтобы со звездкой, чтобы мыши не погрызли грызуны. И вот он, я 3-й год вот этот лоза. 3-й год всего-навсего. 1 год примерз, но мы его восстановили. А там он, сейчас покажу вам, 3 куста, вообще замерз полностью. Хотели вырубить, я говорю, оставим. Оставили такие эти кисточки. И посмотри, какой поднялся. На будущий год виноград будет. Кишмиш. И сколько лет был главным агрономом-то здесь? 10 лет? 10 лет, да. Не, ну а так... сколько у вас было пашни там и все? Смотри, это... Пашни было 15 дыня. Тысяч. Дыня, это дыня. 15 да. тысяч было. Но потом разделили на... А сейчас сколько? А сейчас... Так у меня на грозике да, такие же. 5 тысяч осталось. 5? 5. Ну, фермера разобрали. А вот Женя Долгов, у него 6700. Да. Посмотри. Вот он замерз виноград. А ты посмотри, что... Ну, вон он. Вот, а эти еще сидят. Тоже виноград. Вот, виноград. Вот. Его хотели вырубить. Такие росточки остались. Я говорю, не вырубать. И все остались. Видите, карасы уже. На будущий год виноград был. Молодец. По 3 ведра собирали виноград. И мы опять посмотрели. Это Наталья. На голубятню лазил. А? На голубятню. Сколько мне лазил? Когда? Когда ты приезжал, я лазил там. Не этот парень? Я лазил. Ну, Рома да? Лазил, да. Вот, я жду вас в гости. Еще у него, все тут есть. Да все у нас есть. У тебя все есть, тебе помирать не надо. А зачем помирать? Вот мы заболели, жалко было помирать. Вот и опять вернулись, а слава Богу. Как называется святый? Это у Натальи надо спросить. Она мне занимается этими вопросами, поэтому с цветочному хозяйству я не лезу. Это ее хозяйство. Да, единственное, значит, то, что... Сказала мне городить, сказала земли навозить, вот мы со внуком возили, значит, это все ее хозяйство. Так, у вас в Корчине сколько человек голубей держит? Да, может быть, человек 10, не больше. И то я их не знаю. Интересно, я знаю, что... краевая администрация прошла какое-то совещание, решение принято, в каждый двор голубятню положительно влияет на воспитание. Я говорю, они их поедят и все. Да, есть такое, нас ловят по ночам голубей, правильно говорить. Селом не заставишь, если сам не любишь. Да, да, да. Так оно и есть. Так оно и есть. Ну что, благодарны Господу, что вас увидели на ногах. Но. И увидели не лежащим, а на крыше. Да нет, приходят, она ищет лежащих первым делом. Лежать еще на рановато, как бы сюда. Мы заболели сильно, все равно не лежали. Меня ругали за то, что я брожу, хожу. Езжу, говорит, ты здесь сиди дома, я говорю, не дождешься. А из Потеряевки-то, вот, Коля Серебренников умер, и она умерла? Нет, Мюза живая. Ты живая? Эвальд недавно умер. Эрли, Эвальд, вы знали? Да.
еще был? Вот. Кем он жил? Зоя? Зоя, да, Зоя. Вот он умер. Он, значит, умер. Значит, потом Иван... Не пил, не курил вроде. Да, не пил, не курил. Ну, пришло время. Я у него был дома не раз. Там вот на окраине. Да, он у меня книги покупал. Да, да. Значит, этот Иван Наумович, что Галя осталась живая. Значит, а вот и кто у нас здесь. Наверное, и все. Ну, и Семен Михайлович, Агафья Степановна нету. А этот-то вот памятник, кого, ну, борцы за революцию. Это воинам. А их имена помнят? За гражданскую войну. Ну, там, наверное, 4-5 имен есть. Ну, я вспомню, около школы была. Вот этот памятник? Да. А-а-а. Я говорю, сколько боролись, и наконец-то... Ну, я не помню, что возле школы. Нету ничего, ни союз нерушимых, ни... Как повернула история эта вся. На распыл. Вы считаете, что правильно союз нерушимых-то рухнул? Вот нет, я не считаю. Я считаю, что дорога была везде свободная. Для благовестия это благоприятная была среда. Но и то, что они делали, что как в Северной Корее, ни телефона нельзя было иметь сегодня бы, ни интернета, ничего бы этого не было. Железо занавес. Это да. В Корее, если телефон есть, смертная казнь. Ну как это? Нормально? Ну, это, наверное, ненормально. Раз. Видишь, что? Я брата туда не хочу, в тюрьму. А при них меня сажали. Да. А так-то я свободен. Так что о советской власти я не тоскую. Ну, то, что вот развалилось это, и всю страну разворовали, конечно, против. Тоска. Перегнали всю страну в Израиль да в Америку. Да. В один день сделали с миллиардерами Гусинские, Дерипаски, Березовские. Да, вся. 100% все евреи. Их назначали там. Как Березовский говорит, я проснулся утром, встал. 2800 грузовиков стоит, и все мои. В одну ночь чертеж их делался миллиардером. Так не бывает. Да, конечно. Люди богатеют, как у тебя корова отелилась, и потом у тебя уже 5 коров. Сыну достается уже 50. Но не так, что проснулся, они там разыграли ваучерами. Да, да, да. Это все. Обманули народ. Все. А народ что знает? А народ ничего не знает. Знает только, как уплатить, где написать. Да, это так. Мы поехали? А те знают, как распорядиться. Да. Поехали. Ребята, они чуть умные, грамотные. Не хорошо. Обязательно быть работягой, но хоть так, мы ждем тебя в гости, друг. Хорошо, Игнатьев, я обязательно приеду. Как? Так, не потеряй там рыбку нашу. Нет. Она еще, может, живая даже. Да, сейчас хозяйка ее... Мы сейчас прям из сети вытащили, ага. Сразу... Хозяйка определи, сейчас она у нас такая. С Богом. Ага, давай, все, доброго. С Богом. Давай, с Богом. Что, тренируете какие-нибудь собак? Были бы дрова, конечно, я вас пригласил, ребята, но... Ну, на 2 года дров хватило, слава Богу. Ребята привезли все оттуда, которые были. Я в больнице лежал, правда. Что сделать? Ну, давай. С Богом, Александр Семенович.